Ну что ж, всем привет, друзья, с вами, как всегда, Дар Ридди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в такую игрушку, как Мегакликер. Что ж, давайте попробуем. Такой, смотрите, маг очень забавный. К нам обращается. Странник, приветствую тебя в игре, прокачивай своего героя и побеждай монстров. Да, прикольно, кликай на монстра, пока не убьешь его, чтобы пройти уровень, нужно убить 10 монстров. И эта игрушка, видимо... Это игрушка для того, чтобы... Эту, короче, игру придумал тот, кто торгует мышками, я не знаю, производители мышек. Для того, чтобы люди свои мышки изничтожали, пошли и ходили в магазин покупать новые мышки. Короче, это игрушка для того, чтобы испортить свою мышку. Давайте попробуем. Так, мне надо жать на этого монстра много-много-много раз, и он... Мы... Побеждаем. Смотрите, голову, чувак. Так, теперь можно купить одежду для... Конечно, конечно, не можно, а нужно, ребят. Можно купить шорты, кликай на окошко, которое подсвечивается зеленым. 10 тысяч книг героев всего за 25 голосов. Это добавит 10% к общему урону. Уху-ху, нифига себе, 175 рублей надо отдать. Нет, пока не будем. Будет доступно на 151 уровне. А какой у меня сейчас уровень, кстати? Герой. Так, статистика. Урон в секунду, урон от клика 5, средний ДПС за минуту. Золото 35, кликов 19, монстров убито. Один боссов убито 0, максимальный урон 0, вероятность критического процента 0. Так, прикольно, так, скиллы. Очень много прикольных скиллов, смотрите. Улучшенный клик добавляет 50% к урону от клика. Стоимость навыка 100. Ух ты, 1000, нифига себе, 10 тысяч. 100... А, это 100 просто? 1000. 10, это уже 100 тысяч. Нифига себе, 100 тысяч, а это что получается, миллион? 10 миллионов. Нифига себе, ребят, это там уже мега что-то крутое. У меня пока нету денег. Магазин. Тут можно купить различные штуки для помощи в игре, найдите на любой и рассказать о нем. Так. Восхождение. 50 книг. Игра начнется заново, и у вас будет по 5 книг героев за каждый пройденный уровень. Так, выгоднее на 20%, выгоднее в 2 раза, выгоднее в 6 раз. За 50 голосов, нифига себе. Можно монет покупать. Ну, конечно, лучше купить прям по максимуму. И книги также можно будет покупать. Так, ну это, в общем, все понятно. С расценками, блин. Что ж ты постоянно открываешься-то? Так, следующий монстр. Легко и просто убили. Сколько мне их надо убить? А, 10 монстров. Ну, пока, в принципе, мышку навряд ли испортишь. Дальше будет сложнее и сложнее. Там какой-то новый, ну-ка, новый. Что такое? Так, чешский кот вернулся из страны чудес, чтобы участвовать... Реальная складка. Скиллы питомца плюс 100% ДПС. Внимание, скиллы всех питомцев суммируются. Вы получите его, пройдя уровень 80. Или купите сразу 12 голосов. Нет-нет-нет, сразу мы не будем покупать. Ух ты, тут смотрите, много всяких животных, которые нам надо будет убить. Так, закрыть. Ладно, эти легкие, это, этих мы быстро убьем. Это монстр первого уровня, я так понимаю. Новый монстр. Почему, кстати, мне одну монетку дают? Смотрите, выпадают три монетки, а мне начисляется всего лишь одна. И это странно, это... Я считаю, это недоработка. Пусть тогда одна выпадает. Если выпало три, значит, мне должны насчитать три монетки. Как-то несправедливо. Что же, это две монетки теряются, а одну я беру, смотрите, 50 монеток. Смотрите, три выпало, а мне засчитали всего лишь одну. Печаль. Ой, смотрите, уже сложнее.
А, вот, я купил другие шорты. И теперь у меня уже мощнее удар. Ну, давай, умирай уже. А мне только все так же по одному дают. А, это третий вид монстров. О, четвертый уровень. Можно вернуться, кстати. Можно к первому вообще вернуться. И почти с первого раза убиваем. Но вот это уже сложнее, монстры. Вот так его тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь и постепенно проходишь. Тут среди какие-то скиллы. Смертельный клик. Навык откроется на 11 уровне. 5 кликов в секунду. Время действия 30 секунд. Время восстановления 1000 секунд. Можно открыть за 35 книг. У меня, к сожалению, всего лишь одна книга. Со временем вот так кликаешь, кликаешь, и у тебя, ну, улучшается, накапливается все. И дальше будет уже легче. Кстати, что-то быстро у меня монетки появились. А, по две сейчас монетки даются. А, смотрите, а этого надо за определенное время убить. Давай, 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 давай. Вот тут уже реально можно мышки свои испортить все. Окей, выиграли. Это был только тот на время, а сейчас... Это, видимо, босс был какой-то. Мне надо было его за определенное время победить. В принципе, мне мышку не очень жалко, она у меня дешевая. А вот дорогую, конечно, не хотелось бы портить. Это шестой левел. Кстати, а может вернуться на начало? Мне там, по-моему, много монет дает. Ну-ка, 77. По 4 монетки, я так понимаю, дают. А за тебя сколько дадут? 81. Ух ты, смотрите, уже много монеток дают. За таких монстров. Кстати, у меня уже накопились, мы можем с вами кое-что купить. Давайте посмотрим. Да не, не тебя, не тебя. Герой. Так, сюда что-то, видимо, добавил. Цена 120. ДПС на следующем уровне. А это что мне дают? Сейчас немножко денег заработаем. Вот сейчас... Так, урон секунду 1, урон за клик 14, средний ДПС минута 1, золото 106 кликов. Нифига себе, я уже 391 клик сделал на мышке. Предлагал с вами купить улучшенный клик, добавляет 50% к урону от клика. Все, один скилл есть. Ну да, смотрите, теперь мощнее стало. На 50%. А следующий скилл уже будет слишком дорогой, я так понимаю. Нифига себе, сколько я кликов уже сделал. Я теперь помню, потому что почему выпадает 3 монетки. Выпадает 3 всегда, но добавляется уже больше. Просто монет. Просто, ну, если будет выпадать, допустим, по 100 монет, не будет же тут 100 монет показываться нам. 8-й левел у нас уже. Ну, так-то прикольно, только и кому мышки не жалко, тот может поиграть. Предлагаю зайти еще раз в скиллы. Ну-ка, это сколько стоит? 1100 миллионов. И не можем, нам надо по порядку их совершенствовать. Начинает игру заново и добавляет книги героев. Нифига себе. Это теперь нам надо 1000 теперь копить. Так, урон 21 уже у меня. Сколько ты стоишь? Простые шорты 128. Так, теперь мы... Не, урон у меня такой же, я так понимаю. Ладно, пойдемте далее, может быть. Дальше будет проще.
Наверное, будет босс на 10 уровне. Давайте посмотрим, до 10 хотя бы дойдем левела. Пока только два вида монстров мы видели. А чешский код будет, видимо, на 12 уровне. Давайте дойдем до 12, хоть посмотрим. Это уже 9. Давайте шорты, не знаю, что ли, купим. О, вот шорты прибавляют нам к damage. Очень неплохо. Вот рубашка почему-то нет. Сколько тебе сейчас стоит? 250, в принципе, 250 мы накопим. Уже половину накопили. Да, у кого крепче мышка называется. Зато можно проверить свою мышку на способность. Ух ты, блин, босс. Твою ж мать, нифига себе. Как же я его одолею? Блин. Недостаточно, походу, дела. Меньше половины. Не, нифига. А, заново можно прокачать. Попробуем. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Немножко. Победили? Твою ж мать. Так, ну-ка, давайте купим, попробуем. А, не слишком дорого. А ты сколько стоишь? 432. Так, ну-ка, если вернуться на 10 уровень. Теперь мы его точно победим. Быстрее. А следующий уровень, ну, на 12, на 15 будет новый босс. Сколько мне за него дадут? Неплохо. В принципе, можно на нем остаться, заработать немножко деньжат. Я думаю, 1000 накопим. И новый апгрейд сделаем. Давайте хотя бы шторты, что ли, купим. Хотя нет. Все-таки, я думаю, надо накопить на новый апгрейд. И это тренировка для указательного пальца, чтобы у вас был мощный указательный палец. По 200, я так понимаю, или по сколько? Ух ты, вот это вот не был монстр. Наверное, без разницы какой. Можно, в принципе, тут скилл купить. Какой-то, по-моему, открылся, да, у нас. Но это мы потом, мы сначала все-таки сделаем то, что нам надо. То, что у нас было в планах. Так, окей. Герой. Магазин. Нет-нет-нет, не ты. Скиллы, вот. Вот этот хотел купить за 1000. 50% к урону, да. Теперь будет нам проще. Теперь мы быстро догоним. Так, ну-ка, какой-то новый скилл. А, ботинки. У меня появились. 100... Ну-ка, 244, а если еще раз купим? А, нет, они уже дорогие. Ну вот на 10-м боссе можно застрять, поднакопить монетки. Ух ты, еще какой-то скилл, смотрите, он автоматически его убивает.
На 30 секунд, правда. Ух ты, смотрите, какой новый эпичный босс. Скилл, к сожалению, только на время действует, но очень хорошо помогает. Может даже 10 тысяч накопить. А, ну эта способность появится тут через 20 минут. Тут будет еще круче, смотрите. По 577 можно уже наносить. Быстро прокачиваться. Хочу сланцы прокачать, посмотрим, что это даст нам. Так, мы по 577 сейчас наносим удар. А если прокачаем сланцы? Также по 577. Значит, сланцы какой-то другой эффект дает. Так, кожаные сланцы в следующем уровне. Ну-ка, 500, смотрите, 577, а если мы прокачаем рубашку? Тоже 577. Вот черт, а нам дают к урону. Так что, ребят, качаем шорты. В принципе, можно 10 тысяч так накопить. Ну-ка, хочу еще два раза купить шорты. А потом будем копить 10 тысяч. Так мы быстро накопим. Сколько это будет стоить? 2000. Ладно, 2000 накопим быстро. Что-то заразительная, ребята, игрушка, правда. Так, ладно, 10-й купим, последний. Теперь мы мега крутые. Скоро вообще с одного раза будем их убивать всех. Я думаю, 10 тысяч мы явно накопим быстро. А потом уже можно будет идти дальше. Ну, правда, хочется 10 тысяч накопить уже. Хотя было бы логично идти сейчас нам дальше проходить. Ну, мы все же лучше тут пока застрянем. Просто по 200, мне кажется, круто. 3,84. Или по 150. Ну-ка, 300. По 250 даже. Теперь будет не 700, а 800. Да. По 250 нам добавляют. Смотрите, убьем четверых, и будет 5,84. Сейчас сколько нам? 20 надо убить их. Сколько мы убиваем уже в среднем? За 3 секунды одного монстра? Да, 3 секунды один монстр. По сути, нам сколько? Минутка нужна всего лишь. Вы, наверное, очень сейчас слышите громко щелчки мыши. К сожалению, у меня, ну, может быть, и к счастью, что у меня просто сильный микрофон, он все звуки прям слышит. Я могу в комнату куда-нибудь уйти, в дальнюю, говорить, оттуда вы меня будете слышать. Ну, если я его правильно еще повернуть, конечно. Все, 4 монстра осталось. Это получается 9 секунд. 9-10 секунд. Сейчас посмотрим, что будет интересно. У меня 10 тысяч. Теперь смотрите. Скиллы. 50% к урону. Прокачали.
О, теперь мы мега крутые. Можно вообще застрять на этом. За 2 секунды сейчас мы. Ладно, пойдемте далее уже. В принципе, и тут неплохо прокачаться. Ну, мы тем временем будем идти дальше. Сейчас будет 12 уровень. Будет ли там чеширский корт или нет, но я его не вижу. Ну-ка, следующий кто у нас? Копьё, 25% к ДПС. Ну, это уже 100 тысяч, это уже сложно набрать. Я понимаю, 10 можно тысяч набрать. Но 100 это будет нереально. Поэтому мы сейчас можем только шорты с вами качать. Какой-то новый персонаж какой-то. Он прыгает, по-моему. Сколько уже? 4 вида монстров повидали. Хотя сейчас, смотрите, ну, деньги все быстрее и быстрее растут. Ну-ка, магазин, что нам дает магазин? А, можно покупать книги. Игра начнется заново, у вас будет по 5 книг героев за каждый пройденный уровень. Зачем мне заново игру начинать? Нет. Пожалуй, нет. Пока есть возможность, будем качать шорты. Смотрите, по 2 уже наносит. Сколько уже ты стоишь? 3000, нормально. Новый босс. Сейчас мы прокачаем тебя. Думаю, мы его одолеем. Сколько дадут у меня, смотрите, 6300. За этого эпического босса мне сколько дадут? Нифига себе, прилично. Пожалуй, мы к нему вернемся. Только с накачанными шортами. В принципе, на нем можно покачаться. Так неплохо. Пожалуй, еще быстрее будем его убивать. Ладно, думаю, в принципе, на этом можно закончить. Давайте еще раз шорты прокачаем. Можно, конечно, на нем подзаработать. Смотрите, 3000, сколько сейчас будет? 3000, раз, два, три, четыре. 4500 за убийство дают. Это 4500, если мы убьем 10, это будет 45 тысяч. Блин, реально игрушка затягивает. Вроде простая. Кликаешь да кликаешь. Ну, блин, прикольно. Почему-то нравится. Какой гений придумал эту игру? 6900. Давайте прокачаем шорты. Ух ты, по 8. По 8 уже хорошо. Еще раз можно шорты прокачать. По 9. Будет стоить? Да, конечно. По 11 тысяч. Ладно, может быть, на этом довольно. Прервемся. Такая вот, ребят, игрушка очень интересная. Называется Мега Кликер. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И впереди будет много еще чего интересного. Может быть, даже мы продолжим проходить эту игру забавную. А пока что, ребята, я с вами прощаюсь, с вами был Дарид, ребята, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.